Здравствуйте! Известная пословица гласит, что беда не приходит одна, и в случае с известной актрисой Анастасией Заворотнюк и ее мужем, фигуристом Петром Чернышовым, эти слова могут оказаться пророческими. Сложные времена для семьи, связанные с болезнью Заворотнюк, оказывают сильное влияние не только на саму актрису, но и на ее супруга. Семейный психолог Наталья Панфилова подчеркивает, что продолжительное переживание за здоровье близкого человека может серьезно подорвать здоровье Чернышова. Долгосрочные переживания за близкого человека просто так не проходят. Это тоже нагрузка, непростая история, зависит от того, кто ему помогает. Может стать более доступным к различным вирусам, предупредила эксперт. Психолог отмечает, что мужчины часто склонны недооценивать влияние стресса на свое здоровье, что делает их особенно уязвимыми в кризисных ситуациях. В случае Чернышова, несмотря на его крепость и спортивную подготовку, сильные эмоциональные потрясения могут серьезно повлиять на иммунитет и общее состояние здоровья. Эксперты советуют, чтобы в такие моменты люди, находящиеся в ситуации Чернышова, активно искали поддержку у родственников и друзей. Также важно обращаться за профессиональной помощью, чтобы научиться справляться со стрессом и его последствиями на физическое здоровье. Эта история стала напоминанием о важности заботы о собственном здоровье, особенно в периоды семейных кризисов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.